Это знаменательный день. Тарелка собирается поставить новый мировой рекорд по хождению на канате. Рядом со мной ее тренер. Скажите, как вам это удалось? Это легко. Все дело в балансе. О, боже! Она вот-вот упадет! Черт, так и знал. Ей не хватает белка. Да, да, она сделает это. Поверить не могу. Ей удалось. Как я и говорил, все дело в формуле сбалансированного питания. Один белок, один жирок, 4 углевода! А еще больше секретов на портале Роспотребнадзора здоровое питание.рф в рамках нацпроекта «Демография».